с вами Android Android. Сегодня хотел поговорить о симуляторе путешественника, который называется «Русский трафик Крым». В нем мы будем кататься на различных двух автомобилях и пытаться преодолеть различные города, различные шоссе, которые здесь присутствуют. Давайте быстро разберу менюшки игры. Ну, во-первых, мы сможем с вами поменять язык, да, или русский, или английский будет. И в настройках мы можем прибавить или убавить звук, звуковые эффекты и настроить управление, как нам будет удобнее. Давайте теперь покажу саму игру. Нажимаем «Продолжить». Я уже сколько-то проехал. Вот нам нужно все эти участки проехать. Ленинская, Феодосия, Судак, Алушта, Ялта и многое другое. И доехать до конца. У нас в наличии есть два автомобиля. Это «Лада 2107» и «Лада Приора». Я уже маленько поездил. Давайте поедем на «Лада Приор». Нажимаем. Вначале мы можем при выборе трассы на участке определенно выбрать время суток. Да? То есть, если мы поставим день там или утро, то будет светло. Если вечер или ночь, то будет темно, и нам придется включать фару. Давайте поставим утро. Как вы видите, у нас есть вид только от первого лица. Так как мы управляем именно отечественными, да, автомобилями, у нас присутствует только ручная коробка передач. Камера только одна. Вот. Сверху показано сам участок, сколько нам надо проехать, 6 километров. И показано время, какое в данный момент есть, которое мы с вами поставили. Как вы видите, едут машины по нашей полосе и по левой полосе встречные. Ну, нам просто надо доехать до следующего участка и так ехать и доехать до конца. Давайте сейчас я вам покажу ночное время суток, чтобы сравнить. Помимо этого, вы сможете зарабатывать различные достижения, которые здесь присутствуют. Допустим, там разогнаться до какой-то скорости. Вот, допустим, видите, темно, ничего не видно. Мы включаем свет фар и более-менее сможем рассмотреть, что там вдали. Вот, прикольная, интересная игра. Если вам нравятся такие симуляторы или вообще вы любите гонять на автомобиле, то эта игра вам подойдет. Несмотря на то, что игра обладает такой простой графикой, да, даже, можно сказать, спрайтовый по лево-право, все равно играть в нее интересно, вот как-то вот затягивает сама идея. Думаю, вас тоже игра затянет, как и меня, вот. Так что играйте, советую, тем более она бесплатная. А с вами был Android Androidыч, всем пока!